Я просто хочу 46-й, чтобы была возможность, если что, зайти, сходить на Деретикон. Не, да я Деретикон тоже хочу. Я вот халявил в инстах, теперь хочу похалявить на Деретикон. Потому что заклад приходится. Убивай кого хочешь, блин. Ты же помнишь, что там еще и твинкари? Эти хай-левелские. Ну не хай-левелские, а там ПВПшные. Ты будешь разочарован на самом деле, но с Деретиконом еще все хуже, чем с плавником. Так что твинкари. Их там просто вообще, я вот сегодня сидел, пока крафтил, наверное, часа. Ну сколько я пришел часа 5, наверное, и до 7 часов ни одного Деретикона. А куда мы полетели? Я не буду разочарован, я просто знаю, в какое оно время. В деревню, в убежище. Нет, Деретикон был. Я зарегистрировался и 2 часа сидел в рейде. Не знаю, может, ты уже под конец зарегистрировался. Дело в том, что у меня сразу Деретикон, по крайней мере, на 65-м просто сразу. Да, на 65-м, я думаю, да. Но на таких вот мелких они, походу, уже не актуальны. Не исключено. Как и плавник. Ну, может быть, я не прав, но а по-другому у меня не получается. Тогда только по выходным смогу туда ходить. На работе, конечно, хорошо. Так он после 7 есть Деретикон. Я после 5 он пытался зайти, не получается. Кстати, это какой-то квест. Нет, здравствуйте. Угу. Так, ну сейчас я подойду. Артефакт. Слышишь, это, да. А вот это артефакт, это вход в инс, да, наверное? Да. Угу, понятно. Он, кстати, крутой очень, там в конце здоровый дракон. Но я его еще ни разу не убивал. Убьем потом. Угу. Ну, то есть я сам его потом убью. Плюс на 46-м 2 квестика на кабанчиков, идеально вообще. Нельзя так. Короче, на 46-м же появляются еще 2 инста реально полезных с бижей, может, помнишь? Да, и второй собрать. Вью-вью. Черт. Вон он. Корни! Гварды, догоните! Черт, ускорялку! Воздушные оковы! Свитки не завязал. Сейчас помогай, если что. Блин, Кент, убеги. Пытаюсь. А! Даже банку не успел. Ты не туда бежишь. Он красный, но он крутой парень. Слишком слишком большое расстояние до. Ну, у меня леса тут не знаю, есть ли, наверное, нет, их двое, я понял, рога еще выскочил. Ага, понял. Понятненько, в общем-то. А где, блин, этот? Просто черт, это хитрый план, вот. Чтобы не пускать меня на Деретикон. Мне кажется, так. Другого объяснения я не вижу. Я думаю, ты прав. Я думаю, это специально хотят, чтобы ты не пошел. Да. Иначе боятся просто. Да, иначе им хана, тупые няхи. Встаешь? Я лечу уже. Я просто не здесь, я соседний. Зарегаемся здесь, может, где-то? Да, зарегаемся, но просто я не знаю, как нас отсюда выпустят. Ну ты видел там, блин, уроны. Так. Когда с Владом нормально, походу я Сина не заметил просто. Ну Сина, меня тоже никто не будет замечать. Тихо. Так, а где тут ауки близко? Цель вне поля зрения. Они ж нам жизни не дадут тут, если их никто не убьет. Сорок четвертый пистолетер. А он кого-то убивает. Угу. Или нет. Не факт, конечно. Кого-то убивают, но это не точно. Корни. Далеко не гонись. Да я не буду.
Тебе тем более. Да. Что там такое? А, моб что ли? Он все равно был. Он же уже встал, и крадется назад. Я понимаю. А что за распределение странное? Это вроде нормальное распределение. А ты можешь собрать с кабана? Я просто автоподбиралка не работала. А, наверное, поэтому. Давай пока тут, рядом с городом. Как секунды. Как топ секунды. Иди сюда, котик. Нях, а ты ж мне скажешь, да, если будет тут идти. Все смелым. Видимо, зря, да? Они ушли. Ну это возможно. Ну потому что смотри, сколько было вариантов тебя убить, да? Да, я бы уже давно был мертв, если бы меня убивал я. Такой момент, когда тебя мобы станут, да? Угу. Если что, воздушные оковы держу на готове. Вот только их в уклонялку. Так, у меня вроде все с кабанчиков собрано. А у тебя? 35. Ух ты ж выбешиваешь, тупой кабан. Нельзя атаковать. Ничего, вы оба. Встань. Это меня просто вообще легче теперь стало. Так, у тебя кабаны все. Хотя, а не ищешь по какому-то квесту? Странно. Просьба. А не, это просто показывает бред. Ничего. Убьем его бесплатно. Просто за развлечение. Ненавидим кабанов, да? Для развлечения, да. Следующая локация. Может, 44-го? Да я думаю, там 45-й левел. Или даже 46-й. Вероятно. Так, эти тоже все. Я нет. Видимо, они и продушли. Видимо, им не интересно, когда их гоняют.
Да не, видимо, просто где-то там на квестах, на балаурах, то, что мы вчера бегали, в ту сторону, куда он убежал. Интереснее, больше, да? Больше людей, да. Так, здесь вроде... И меньше хвардов. Что здесь хотят? Ой, подожди, у меня еще одного. Че, что за бред? Что искал, что все? Или тебе одного? Двух. Все, теперь все. Так, где еще эти крови тупые, свиток надо. Так, эти нам не нужны. Черт, кончились крови, а он резпуется. Цель нельзя атаковать. Ну, в принципе, как видишь, лав, в принципе, в полном состоянии танчить. Амняха. Где? Вижу. Бежит прямо это Влад, отходи. Цель находится слишком далеко. Блин, Рома, тебя... Воздушные оковы не прошли. Нет. Там, блин, что за... Там дело в том, что я не пойму. А, это наш, да? Ну, кто наш? Там Лока еще нашего убили. Что странно. Кто не Лок, кто этот... Волш. Блин. Там было что-то магическое. Министрельков-то, блин. А, министрельков. Ты тоже умер, да? Да. Да я пытался тебя спасти, законтролить, но не прошло ни хрена. Потом было какое-то сало, которое я так и не понял, то ли я ступил, то ли его не мог снять. Ну, вернее, сало из стана. Что? Тебе еще не всех этих убили, да? Такой бы фрешный хардкор мне нравится. Но он мне бы еще нравился больше, если бы мы от них убегали. Да меня рогас поймал там. Руки тебе еще остались, да? Ну там прямо есть. Сколько тебе ищешь? Все. Так, ну теперь нам туда показывают квесты. Ну туда, блин, они, зараза, оттуда прибегали и выбегали. Даже не знаю. Ну пошли. Драконит-хранитель, драконит-грабитель. Белый хвост Тару. А, подожди, еще вот сюда. Давай лучше вот сюда подбежим. Там есть какой-то НПЦ, возможно, он нам еще квесты даст. Че ты пошел сдавать? Я сдавать пошел. Прошу, подожди. А, это знакомый NPC, понятно. И не важно. У тебя что же у нее есть квест дать, да? Угу. Зачем, пожалуйста? Ну, кожа для палатки появилась. И парализирующее зачем, лекарство. Надеюсь опять убивать этих мудаков. Гаргон. Счастливый. Новенькая. Здравствуйте. Кушай с питьевой водой. Счастливый. Зачем, пожалуйста? Где-то оно все тут. То есть там. О. Счастливого пути. Подожди, что за. Зачем пожаловали?
Удачи вам. Есть. Такой же есть палатки. Ну, похоже, сюда. Ну, хорошо, вряд ли сюда руки пойдут. Детеныши горгоны мочить. Отлично. И эти станет. Ну зашибись вообще. Собирать, да? А сколько? 10 штук. А, любые горгон можно убивать. Собирай пока ты тогда. Тару тоже нужны на хвост удачи. Есть честник что-нибудь? Угу. Надо всего лишь одна. Угу. Как-то странно, да? Правильный квест, наверное. Разработчики, наверное, забагали его нечаянно. Да. На самом деле, надо было 100. А потом кто-то просто протупил и поставил пару ноликов, забыл поставить. И его, короче, уволили после этого. Сказали, ты вообще неправильно поступил. Запорол всю игру. Элитный командир патруля. Где они, где? Черт. А черт, он меня как-то обнаружил. Он в натуре элитный чем. Пока он мне не мешает, я его бить не буду. Он не мешает. Просто бегает себе. Ну не, он пробивает, зараза. Что, в натуре, что ли, элитный? В натуре элитный. Он элитный, элитный, да. Ладно, может, сейчас он станет. Просто, что он очень быстрый. Что немаловажно. Меня твоя горгона застанила. А, я собрал, сори. Вот такой ты меня друг после этого, я так и знал. Нож в спину. Я не специально. Собрать внутренности детенышей горгоны, шить с них палатку. Это так. Опрокидывал-то. Странно, еще не с каждой, что ли? Все. Он, наверное, ее не засчитает, у нее уже много хп снизу. Наверное, да. Я болею за быка. А у тебя что, с предыдущего не собрал? Или уже тебе все? Все, все. Окей. Так, ну нас никто тут не убивает. Наверное, я все-таки переключу обратно на криты и на атаку, да? Правильно.
Где вы, тупые горгоны? Еще, возможно, какую-то воду надо собирать. Я твоей няхи не вижу, кстати. Есть она. Есть, да? Угу. Это наш, да, бежит? Это вообще моб. Да нет, наш. Воин шестого ранга, моб. А. Может быть, вполне что. И балаур. Копьями метаемся, блин, как берсерки в Варкрафте. Как мой защитник Латро. Такой был классный парень дагерский. Сейчас там есть биорны. Они какие-то чмошные. Да. Они, короче, понял, превращаются в медведя. На какие-то удары, да. Ненадолго. Чё за бред вообще, блин? Биор ненадолго. Не, ну хорошо там, если я не знаю, там. Ну, может быть, нельзя было бесконечно. Так и долго. Ну, чтобы можно было. Ну, хотя бы долго быть в этой форме, то есть там, не знаю, 5 минут из 10 хоть. Ну да, а там. Бьешь как нуба, потом такой бабах, медведя уничтожаешься нахер. Есть, узнавать. А то, блин, получается, как у ХМа, как он там, типа, закол, да? Типа, типа лог. Он, типа, превращается на время в дерево, на один удар, короче, на секунду. И этим деревом только... Да. Нет, чтоб нормальное дерево превратиться, как в Варкрафте, да? Да. Хотя бы как вот тут первая форма друидовская, старая. Ну да. Зачем пожаловали? Все? Очень странно. А другие два квеста мы не делали? Делали, просто его сдавать в деревне, а не здесь. Вообще том. У нас еще один висит. Вот туда вот, к балаурам. Че? На хранителей и грабителей. Давай попробуем. Ну, квесты явно заканчиваются здесь. Интересно, где они дальше? Может, все-таки 44-го локация? Ну, смотришь, тут квесты. Ну, 44-й и все. А это вроде край. Но я не уверен, конечно, на 100%. Может, где-то еще есть? Неха. Две, бежим. Угу. Варды пошли. А, не успел корни кинуть. А их там трое. Трое даже? Да, трое вижу. Пистолетер еще. Давай сдадим пока квесты. Тебе там еще левел не скоро? Две. С копеечками. Ну, мне может даже еще раз левел. Искали меня. Крылья. Мне одну. Надо. Получается, мне за этот квест дали целую палочку. Ну, по-моему, следующая локация появляется, когда на нее появляются миссии. То есть на 44-м ее не появилось. Но зато здесь появились квесты, что ли. А ну, сейчас наведу. Сбор. Не появилось здесь квестов. Ладно, а что у нас есть? Снадобье, кувшин с питьевой водой повстанцев. Блин, мы с тобой не сделали там один квест, походу. Кувшин с питьевой водой. Да. Тут у нас тоже есть крутые. 50-ник есть. Хил.
хил. Можно да. им пожертвовать, а можно попробовать ему помочь. Что за голосом, ты слышал? Как последний раз он вообще орал. Пригласить в группу хила. Отказывается. Конечно, он крутой, может себе позволить, да. Не в каждой из группы. Дурак, у нас же что-то, блин, круче, блин, ауры. Одного. Пока он их тут держит. Сдерживает. Черт, Рога, ушел в стелс. Черт. Черт, на город убежать, да? Один Рога, может, нас и не убьет. Вон он. Ага, вижу. Напал. Хана он его пробил. А тупое, парень. Что бы то ни было. Давай, 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 чуть-чуть еще до воздушных акул. Давай, 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 давай. Есть! Нет, он их снял. Вот сука. Стан тоже не прошел, к сожалению. И в стелс. Красавчик, да? Блин, он дальше побежал, выбил его с стелса. Да? Давай, группу прими, дебил, ты же его догонишь. Вот дебил. Он же сейчас стелс уйдет. Тут тупик, кстати. Угу. Если он в стелс не уйдет, он, он улетит. А он улетел или в стелс ушел? Дело в том, что подняться. Не так просто. Если жить хочешь. Какой ты говоришь, квест мы не доделали? Давай сюда. Там надо было в кувшин с питьевой водой вылить парализирующее снадобье. У элитки. Но Рогу, кстати, тоже еще хер догонишь, у него же есть за счет маны. Да, полезная штука. Ну, вот он. Можно в ней не бегать, у него, кстати, пол хп. Хм. Да не, у нас затащит. Сороковник с ним. Я за ним преследую, за... или не стоит. Рогу? Да нет, да. Не стоит. Тогда пошли отсюда. Ну, он меня не заметил. Просто бежал, видимо, кого-то тут искал. Мы без хила его не убьем. Ты видел, как он хила раздавал? Ну да. Я просто хил не очень. Это у меня хил дашь. Он, блядь. Спереди нас еще что-то. Блин, у него пол хп. Ну! Нет ускорялок. Да че он такой быстрый? Я же шпанчан там. Это замедлялочка ему не прошла. Ну давай. На. Чуть-чуть, да чуть-чуть. Ладно, что тут делать надо? Ничего тут делать не надо, да, идти на другие квесты. Пошли наверх попробуем теперь пробежать, раз Рога там. Ну там возможно глад будет с этим, с пистолетом. О, кстати, я ж могу две шмотки одеть. И... Какое самое фуфловое колечко. Вот это. Будем знать, что мага здесь можно сливать. И колечко это... Точность... Точность хп. Вот это вот. Ну можно, просто у него было вообще понтец. Видишь, стой, 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 назад. Твою... Мах. Есть ДП? Потому что сейчас нас убьют. Я подниму лучника? Не-не, я отбегаю, ты что? Где мах побежал? Отбегай. Я с это... Законтролил одного, мы убегаем отсюда. Не, за мной гонится. А сколько мы маху снесли? Ну я успел только один раз поменять. Да нормально там сносится оно. Вон они, не видишь? Угу. Кстати, там поаккуратнее, тут Рога может прыгать.
Тут этот у Ханта ХП немного. Сейчас мы его убьем. Гоу. От блин рога. Все, минус Хант. Беги. Черт, 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 черт. Корни кинул, но я закрантилил их. Там Глад, блин, сносит неплохо. Но у него пол ХП. Ну я вроде добил этого мудака. Ага. Ну что за дебаф такой долгий? Физзащита минут 500. Фух, слава богу, они не догадались за мной бежать, потому что какой-то дурак сагрил на себя мобов. Их здесь не было. Вчера купил сосок на 5 миллионов, блин, уже половину потратил. Эдита так же. Так, а что там у нас, Чантик, что ли? Там вижу Мах и Глад, да, с пол хп. А кто тут наш хил? Ну хил может. Хилу там может, если бы он, блин, пати. Ну там где-то Рога. Он подумает и... Нет, нельзя, нет цели. Откажется. Дебил, блин. Сейчас. Какая разница, какого там левел Чантик с тобой? Ну то ж Чантик. Ладно, нам надо добежать до какого-то квеста. Либо опять до кувшинов, либо до этого, блин. Ну вообще они пришли оттуда, давай лучше сюда попробуем добежать. Они же все туда убежали, в другую сторону. Mm-hmm. И убить там по Ширику хранителей и грабителей. Черт! И Глад. Это тот же Глад или нет? Да. Да. Свитка нету. Рога, рога, рога! Корни прошли. Блок физумений, на-на. Прикинь, он мне гадсало кинул. По-моему, вроде гадсало, это ЛС. Я ему корни кинул. Он, правда, снял банками, чуть-чуть времени дало. Блин, что-то мне подсказывает, что здесь мы квестики сделать не сможем. Да, я тоже так думаю. А с Рогой воевать здесь, конечно, удовольствие небольшое. Ну давай вернемся на локацию назад. Где тут вообще ветрокрыл? Или подожди. О, все. Может, в Мархейме? А шо, в Мархейме там нету наших левелов? Хотя хрен его знает. По-моему, там нету наших левелов. Уже. Бездна. А шо у нас в бездне есть? Второй этаж какой-нибудь. Ну мы же на втором этаже брали квестики вообще на серебро, помнишь? Там же мобы мелкие, там только стражи нормальные, артефакты. Можно, конечно, захватывать артефакты. Я раньше думал, что это важно. Артефакты. А тут же как раз дорога получается на... Не, не здесь. С деревни Седой Гривы, вот этот инстинкт дорога. Ладно, давай вернемся в деревню Седой Гривы. Нужно лететь? Мы там вроде все переделали. Мы там забили в какой-то момент. Это куда? Это сюда. Не, ну формально можно будет соло инстиками догнаться, но я сегодня не хочу соло инстиками. Да я тоже не особо хочу. Да и тем более 46-й ты не догонишь соло инстиками. Нам, кстати, льна не хватает, стебель. Да чего? Так,
А, это вообще старые квесты. 36-й, блин. Блин, да поотменять все квесты, блин. Лишние. Ты путаешься. 44-й какой-то инст есть. Ой, квест есть. Элементарий мерзлоты, блин, бла-бла-бла. Так мы уничтожим всех элементарий мерзлоты. И где тут? Пока рагу не остыло, блин, что такое. Там я еще помню какую-то вкусняшку давали. Типа шмотки. Так, я пока отключу наши эти квесты. Растоптанная дружба есть. Может, ты его просто не отменял. Что это надо? Элементарий, да, ты прав. А что еще есть? Элементаль снежная буря. Блин. Где-то выше. Так, атака. Добро пожаловать. А, меч тут давали. Вернее, булавуй, посох, короче. Асмодианский. Меч, вернее, булаву, посох. Меч, вернее, булаву, посох. Все четко. Будьте осторожны. Синенький. И можно что-то сразу сдать. Черт, не могу понять, где тут я еще квесты не набрал. Так, здесь вот. Наверное, не сдать, а, наверное... Просто поговорить, а потом пошлют куда-нибудь в ад. Нет? Поцелуй элементаля. Тут же ж не суккубы какие-то. Даже лучше. Ты сделал квест на пуху? На что? На пуху. Ничего еще не сделал. Ну тут наверху где-то берется квест на пуху. По-моему, у того чувака. Наверху говоришь? Да, что-то есть такое похожее. Ну там, 4-го. Типа, там, правда, сложно, ты, наверное, не осилишь такой квест. А ты 44-й апнул? Нет. Лучше ты 44-й апнул, а не пуху. Да ну сейчас еще какой-нибудь квестик я апнул. Пока рагу не остыло, что ли? А вот, да, ты прав, на пуху. Хана тут пух всяких разных. Тут поговорить. Наверху или внизу? Внизу. Торговец с продуктами. Чтоб в Warcraft'е такие были, да, квесты? На синие пухи, блин. Что-то интересно за беда. Вообще фуфлыжная, да? Физическая атака плюс 2 такая и осталась. Так, вроде я все набрал. Да. Так, эту карту. Йоу. Так, где тут у нас вообще выход? Люблю отсюда выходить. Элементарий квестовый. Элитные, что ли? Они. И даже собирать не надо. Бред. Слишком большой. Не-не. Какого? А циклопа надо? Нет. Что какого? Он не мог никак попасть мышкой в этого моба.
А через таб не ловился. Бывает. Так, эти вроде есть. Кто нам еще здесь нужен? Юи, это вообще отдельные элементали. Собирать что ли? Нет, вроде. Эти элементали. У меня на них никаких квестов нету. Ты уверен? Делись. Есть? Нет. Черт. Странно. А как он у тебя называется? Поцелуй элементали. У меня нету такого квеста в городе. Может он левел выше? Может быть, да. Ну, все равно там каждому свою, поэтому, может, сделаем мне, а потом пойдешь его возьмешь. Конечно. Или просто сделаем мне. Так и знал, блин. Идем квесты делать тебе, блин. Так. Что тут еще? Уже все? Мне потому квест надо убить каких-то мерзлой почвы элементарий. Я знаю, сейчас найдем. Ну вот это же у тебя есть квест? Ну какой? Элементарь снежной бури. Нет, мне надо холодные бури, но мы их уже убили, а мне надо снежная почва. Ой, мерзлой почвы. У тебя два квеста что ли? Это один квест, Топзанная дружба называется. И вот этих вот оленей надо убивать. Три рогов, да. Да, и мне. Ну давай тебе сделаем их. Ну тут каких-то долины, по-моему, и все, да? Или всех? Нет, только долины. Эти земляные хрен их пойми. Как называется квест? Сейчас. Растоптанная дружба, что-то как-то так. Мерзлой почвы. Это он сзади показывает. Такой интересный вид копья. Головной убор как поварский. Мне еще таких надо треногов. А, давай треногу. Страшно ли? Кто страш? Побежал. Сочувствую ему. Сложно ему, наверное, жить. А зачем? Элементарии. Тебе разве они не нужны? Нет. Разве не эти? Нет. Блять. Мерзлые почвы. Это земли, да? А почвы большие, вот они. Блин. Почвы, да. Вот. Просто убивать.
тогда пока не буду делать себе. Тебе этого квеста должно хватить, да, чтобы 44-м стать? По идее. Хотя можно было и то доделать, конечно. Какой? Дособирать вот эти баталинии мелких. Ну давай, можно попробовать. Просто нам по дороге тут до хрена мобов мочить по другим квестам. Давай протанемся, лучше сдадим и наберешь другие. А, подожди. Все, мы его выполнили, да? Хорошо. Я тоже портанусь, потому что сейчас сервак откатится. А я хочу еще просрать ДП. Бля, еще и тут зареганные. Нужно лететь? Удачи. Какое здоровенное гиперкопье, блин. А ты, наверное, не можешь его примерить, да, отсюда? Не знаю, сейчас попробую. Я не могу. Я пробовал нажимать все кнопки. Это временно, да? Все кнопки. Черт. Что-то я там понажимал лишнее. Но факт в том, что не получилось примерить. Да, печаль. Ну хоть комп не выключил, то хорошо. Так, ДП, хавка. Рад видеть! Да, есть левел. Вот. Что новая хилочка. И вроде бы криты, наверное, второго уровня появились. Бабчик. Криты — это хорошо. Или я могу ошибаться. Не, наверное, не появилось. Наверное, только хилка, которую нужно будет в макросы попихивать еще. Я же, все они в макросах, что ли? Всего у меня две хилки, блин. Конечно, они у меня все в макросах. Черт. Вы себе представляетесь, допустим, пошел на Деридикон. Или где-нибудь еще. На Деридиконе все равно надо иногда и ДДшить, и хилить. Допустим, осталось нас с тобой двое. Добро пожаловать, Дай. Или какая-нибудь такая ситуация. Я просто ливнул. Или каждый сам за себя как. Торгаш. Я стою за торгаша. А вылетает с этой дебильной фигни. У меня уже там камней скопилось, офигенно, разных, там скрипты, атаки, блин, прочую пойду. Я некоторые продаю все-таки. Да я их подпихиваю, все лучше, чем покупать. Наверное, в 50-й повпихиваю. Или посмотрю, сколько стоит на 55-й. Может, у меня точность, покупать. Блоки, щитом... Не, ну блоки щитом я вообще не в магазин продаю. Точность магии, сила магии продаю. Точно силу магии я тоже продаю. Ладно, все, наверное, спать, я усыпаю уже. Спать? Ну да. Ладно. Давай тогда пока. Угу, давай.